составить таблицу, в которой в верхней строке перечислены все цифры, под ними написано, сколько раз каждая цифра встречается в этой таблице. Обратите внимание, во всей таблице цифра, а здесь написано, сколько раз она встречается. Слова использовать нельзя. Никакую так хитрую систему счисления тоже нельзя использовать. Обычная наша любимая десятичная система счисления. На каждой из 10 цифр должно быть написано, сколько раз она встречается во всей этой таблице. Чтобы вам веселее было, у задачи два решения. Поэтому я нарисовал одну таблицу, и сейчас рядышком я нарисую другую таблицу. 2 10 единиц. Вот, уже неверно. Потому что двоек уже две штуки есть. Вот здесь одна двойка, здесь вторая, а написано, что двоек только одна. Дадите. Не получилось.